Сегодня мы с вами будем чистить унитаз от известкового налета, ржавчины. Сам унитаз более-менее чистый, но вот внизу, там где отстаивается вода, она у меня плохая и образовывается ржавчина, известковый налет. Почистим унитаз с помощью щавелевой кислоты. Первое, что нам нужно сделать, это откачать воду. 100-150 грамм щавелевой кислоты и заливаем горячей водой, не кипятком. То же самое в унитаз льем теплую воду, не горячую. Она хорошо растворяется, как раз в то место, где отстаивается вода, где ржавчина у нас. Если у вас известковый налет под ободком или на стенках, берем бумагу, салфетки, их нужно намочить в этом растворе щавелевой кислоты и разложить по всем стенкам унитаза. И оставляем на полчаса. Я в шоке, очень доволен результатом. Белоснежный унитаз.